Привет, друзья! Сегодня я решил немного отойти от темы фото и рассказать о компактной камере DJI Osmo Pocket 3. Те зрители, которые давно следят за тем, что я делаю, знают, что все без исключения бэкстейджи последние 3 года я снимал на Pocket 2 версии. И для меня не только как для фотографа, но и в целом производителя контента это был самый полезный гаджет и самая полезная инвестиция последних лет. Как показала практика, фотографу сегодня не только важно снимать непосредственно фотографии, но и видео, потому что всегда интересно посмотреть на то, как работает мастер, на съемочный процесс. Думаю, что это сегодня уже очевидно. Но при этом и сам видеопроцесс не должен напоминать съемку кино, где помимо фотоаппарата нужно приносить в студию с собой еще несколько устройств. По сути, Pocket и закрывает эту нишу компактных устройств, которые легко закинуть в карман и использовать, когда это требуется. С невероятной стабилизацией, съемками в 4К, емкой батареей на несколько часов и качественной картинкой. Главный вопрос: вообще нужна ли эта штука обычному человеку? Думаю, что нет. Обычный человек вполне обходится камерой смартфона, и покупка такой штуки особо ничего не даст. Полезна ли эта вещь для создателей видео и фотоконтента? Скорее да, потому что у нее нет аналогов при тех возможностях, которые она имеет. И первое преимущество – это компактность и удобный форм-фактор. Конечно, я не сравниваю ее с экшн-камерами, которые еще меньше, но тем не менее, это действительно компактное удобное устройство с удобным хватом для того, чтобы снимать его, держа в руке и контролируя процесс с помощью увеличенного экрана. По сравнению со второй версией, обновление выглядит и ощущается массивнее, но это обусловлено и дюймовой матрицей камеры, и увеличенной батареей, и гораздо большим экраном, на котором, наконец, можно что-то разглядеть. Проблема второй версии заключалась в том, что экран там был чисто номинальный, и по сути второй Pocket раскрывался только при соединении его с телефоном с помощью специального переходника. Но и здесь все было непросто, так как конструкция была довольно хлипкой, и одной рукой все это держать было неудобно. А тем более было невозможно поставить устройство на штатив или маленькую треногу. Третья версия – это вполне себе самостоятельное устройство, где весь функционал уже внутри, а соединение со смартфоном теперь можно сделать удаленно, физически не соединяя один гаджет с другим. Устройство действительно стало массивнее, больше и тяжелее, но до сих пор его можно закинуть в карман, который не будет отягощать весом. Еще одно преимущество – это, конечно же, качество видео. Поставили дюймовую матрицу, это не совсем честный дюйм, а видеоконовский дюйм, он чуть меньше, но все равно качество по сравнению со второй версией стало значительно лучше. В дневных условиях эта разница может быть не столько заметна, но все-таки она есть и заключается в более правильной передаче баланса белого в автоматическом режиме и в корректной экспозиции. В второй версии всегда была проблема с отображением сцен, где есть большой контраст света и тени. Pocket 3 экспонирует просто идеально, я снимал в разных условиях и везде читается информация, как в светах, так и в тенях. Ну а самое большое достижение увеличенной матрицы – это, конечно, съемка в темноте. Да, с третьей версии не стоит ждать каких-то откровений, но разница со второй настолько велика, что это действительно удивляет. По крайней мере, даже с более-менее стандартным светом вечером картинка не разваливается на пиксели. Не думаю, что какой-то из существующих топовых смартфонов снял бы лучше. Сейчас у вас есть возможность оценить, как эти камеры работают в условиях практически кромешной тьмы. Да, здесь есть некоторые источники света, но они далеко от меня. Справа у нас DJI Osmo Pocket 2, слева DJI Osmo Pocket 3. Выводы делайте сами. Кстати, по поводу сравнения со смартфоном. Я посмотрел несколько обзоров, где в комментариях были похожие реплики в стиле «Зачем тратить деньги на это устройство, когда можно купить, например, последний iPhone?» Ну, как бы последний iPhone стоит в 2 раза больше Pocket. Да и, как показал моя практика, невозможно снимать контент только на смартфон. Любой бэкстейдж, который, например, я снимаю несколько часов, просто сжигает батарею так быстро, что с собой нужно брать дополнительный аккумулятор. И это же опять не очень удобно, да и память забивается почти мгновенно, и потом все это нужно переносить на компьютер через кабель. В Pocket'е только успевай менять карточки. Ну и, конечно, главная слабая сторона смартфонов – это фронтальная камера, которая всегда уступает основным модулям. А снимать на основные модули, как вы понимаете, так себе процесс, особенно не понимая, как ты выстроил кадр и куда в целом смотрит камера. В Pocket в этом нет проблем, так как модуль здесь один, и повернуть его по оси
и активировать селфи-режим, это буквально пара секунд. Я попробовал снять себя на Pocket и на свой Pixel 6a, на основную камеру, но абсолютно не понимал, как выстроен кадр. Потом также переключил на широкоугольный модуль, но, как мы знаем, широкоугольные камеры на смартфонах гораздо слабее, и здесь Pocket, конечно, показал лучший результат. Ну и, конечно, стабилизация, она не цифровая, а физическая, это трехосная механическая стабилизация, которая дает просто невероятный уровень плавности картинки. Даже передвигаясь обычным шагом, это всегда очень плавное движение. По поводу фокусировки никаких проблем, здесь есть несколько режимов, в том числе и режим для демонстрации продуктов, когда камера будет переключаться на предмет в кадре. В целом, фокус держится намертво, особенно в селфи-режиме. Здесь есть, кстати, специальный функционал постоянного трекинга, чтобы камера не отпускала меня как главного героя в кадре. Кстати, классной функцией является функция отслеживания лица, да и в целом предметов или объектов, если мы активировали такую возможность перед записью. Можно ходить, разговаривать, общаться, что-то показывать. Камера нас будет постоянно отслеживать, добавляя в кадр больше динамики. И без каких-либо ассистентов. Сейчас камера стоит у меня на треноге, и вы можете оценить возможности и работоспособность этой функции. Трекинг можно устанавливать и по золотому сечению, и по правилу третей. Ты всегда будешь где-то с краю кадра, чтобы демонстрировать больше окружения. Система фокусировки тречит не только людей в кадре, но и любой движущийся объект, который вы укажете. Например, я сделал цифровое двойное увеличение и выбрал утку в качестве объекта для трекинга. Даже на таком расстоянии, а тут метров 50-60, все неплохо работает, и камера распознает объект. Что у второй версии, что у третьей, фокусное расстояние линзы 20 мм. Это не слишком широко и для селфи, и для общих планов, но все равно картинка довольно широкая, но при этом без каких-то сильных геометрических искажений. Хочется шире, есть специальная линза, которая делает кадр еще чуть шире. Такая линза есть в версии Creator Combo, которую я взял, можно приобрести ее отдельно. А еще помимо линзы, в этом комплекте Creator Combo есть внешний микрофон DJI Mic 2, который мгновенно синхронизируется с камерой и дает очень хороший звук. Сюда же можно подключить еще один микрофон и тем самым брать интервью с независимым звуком. Но даже и без этого внешнего микрофона, внутренний микрофон — это вполне себе хорошие штуки, которые можно перенастроить на улавливание звука как со всех сторон, так и спереди, а также компенсировать шум ветра. Все это делается в настройках. А сейчас я нахожусь в самом центре города, и у вас есть возможность оценить, как звучит DJI Osmo Pocket 2 и DJI Osmo Pocket 3. Здесь довольно шумно, вокруг машины, а звук записывается с помощью встроенных микрофонов, расположенных по периметру корпуса камеры. А теперь запись идет уже с помощью внешнего микрофона DJI Mic 2. Я думаю, что здесь голос заметно лучше, потому что и задача внешнего микрофона изолировать звук от внешних шумов. Думаю, что разница будет очевидна. Проверим на стадии монтажа и просмотра видео. Говоря о самом важном, видео и его качестве. К такому компактному устройству абсолютно нет претензий, оно классное. Да, его не стоит сравнивать с беззеркальными кропами и тем более полнокадровыми аппаратами, но видео здесь очень качественное, при этом даже есть небольшое размытие в режиме селфи за счет увеличенной матрицы и диафрагмы 2.0. Здесь нет откровений, но картинка смотрится значительно лучше, чем на любом из смартфонов при съемке на фронталку. Здесь есть плоские профили, 10-битный D-Log M позволяет гибко красить картинку, но пока с DaVinci есть некоторые проблемы. Как оказалось, здесь пока еще нет родного лута, да и бывают какие-то цветовые искажения. Возможно, это из-за кодека, возможно, из-за ограничений бесплатной версии DaVinci. В общем, если вы сталкивались с трудностями проявки 10-битных лог видео, можете оставить комментарий. Тем не менее, сам факт наличия 10-битных логов дает огромный простор для цветкоррекции. Умельцы постоянно выкладывают свои футажи, по которым и не скажешь, что эти видео сделаны на эту малютку. Но в целом и к основному цветовому профилю, по умолчанию, никаких претензий, картинка передает по цвету довольно реалистично. По поводу специальных режимов видео кратко. Они есть, их много, это 180-градусный поворот, который можно использовать как художественный прием, есть таймлапсы, гиперлапсы, замедленное видео,
120 кадров в секунду в 4К, либо 240 кадров в режиме Full HD. А еще здесь есть режим съемки вертикальных видео. Просто поворачиваем экран, и есть ролик в большом разрешении, но вертикальный. Думаю, что это сделано для тех, кому просто лень сидеть в видеоредакторах и вырезать вертикальные куски из горизонтальных 4К роликов. А еще камера может выполнять функцию веб-камеры. Просто подключаем ее к компьютеру через USB, активируем функции одной кнопкой на камере, и все, не нужно ничего настраивать и устанавливать. При этом она еще и позволяет тречить тебя, если это нужно. Да, разрешение Full HD, но его вполне хватает. Может быть, с прошивками добавить 4К, но это пока мои домыслы. Прошивки, кстати, здесь крутые, постоянно добавляются новые функции. А еще можно докупить специальную ручку, которая тоже идет в комплекте Creator Combo. Она увеличивает размер для лучшего хвата, но это также и дополнительная батарея, которая увеличивает срок работы устройства в 2 раза. Говоря о чехле, он специально продуман так, чтобы сюда можно было поместить и широкоугольную линзу, и дополнительную линзу. Все это дело держится на магнитах. И для микрофона здесь тоже есть специальное крепление. И даже на базе вот такой штуки можно вообще устроить компактную видеостудию с отличным звуком и с возможностью стримить с нее, подключив по воздуху к фирменному приложению. Круто, вот действительно ничего не скажешь. Говоря о перегреве, снимая в 4К 60, я с таким не сталкивался, так как у меня таких длинных футажей с большим разрешением практически нет. Вчера снимал бэкстейдж 4К 30 кадров в секунду. Один эпизод около часа. Камера чуть-чуть нагрелась, но в целом никаких проблем. Мне кажется, что вторая версия нагревалась заметно сильнее. Подводя итоги, я хочу сказать, что без Pocket мой канал не был бы таким, каким он является сейчас. Фактически без камеры Pocket не существовало бы такой рубрики, как бэкстейдж. И снимать бэки на смартфон я бы в таком количестве просто бы не мог. Долго говорил о том, что с появлением третьей версии я обязательно ее куплю. И сделал это, угадав выгодный курс. Причем взял Creator Combo из Китая за такую сумму, на которую сегодня с трудом можно найти и обычную версию. А учитывая, что это инвестиция как минимум на 3 года вперед, ни разу не пожалел. Да, за такие деньги, например, можно взять фотоаппарат с кроп-матрицей, но он не будет иметь хорошую стабилизацию, поэтому нужно будет докупать и стабилизатор, и еще широкоугольную линзу. И все это увеличит габариты и вес. Да и попробую справиться с таким комплектом. А покет-камеру я всегда беру с собой, места она не занимает. Но при этом стабильно я могу снимать видео в хорошем качестве, пока мне позволяет и карточка памяти, и батарея. Кстати, по USB устройство легко подключается и заряжается от пауэрбанка. На канале уже вышла пара бэков с использованием этой камеры, и лично для меня разница в качестве видео очевидна. Буду активно продолжать и делиться новыми роликами. Естественно, профессиональным видеографам эта вещь, скорее всего, не нужна, как и обычным людям, снимающим контент на смартфон. Но таким людям, как я, занимающимся созданием разнообразного контента, Pocket 3 полезна в постоянном режиме. Жду не дождусь весны, чтобы поснимать с ней в теплое время. Спасибо, что посмотрели это видео. Жанр обзоров не совсем типичен для меня, но очень хотелось рассказать о таком гаджете, который стал для меня просто самым важным устройством, и ему я обязан буквально третьей части контента, который есть на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.